There's a girl from Brazil. Следующий год уже мечтает у нас именно Ранинова выучить танцы. А это средний уровень. Всего 32 счета, там 3 рестарта, 4 стены. Итак, девочки, приготовились. Первая восьмерка. Всего 4 восьмерки. Поехали. И раз, и два, три, и четыре. Кресло-качалка. 5, и 6, и 7, и 8. Еще раз все вместе. Первая восьмерка. И раз, и два. Так, стоп. Только, девочки, пожалуйста, кормой вот так не нужно. Вот так не нужно кормой. А здесь идет работа бедра. Конечно, она идет, но она идет вот. Вот здесь. Не кормой мы работаем. Не кормой. Вот такие движения нет. Поехали. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и вниз немножко, семь, и восемь. Еще раз все вместе. И 6 назад или представили? Сейчас уточняем. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Вперед поставим. Еще раз все вместе. Да, кресло качалка, я же сказал. И раз, и два, три, и 4. Кресло. 5 и 6. И шаги вперед. 7 и 8. А, можно спросить, шаги прямо вперед-вперед или шафл? Прямо вперед-вперед. Пошли. И раз, и 2, 3 и 4. 5 и 6 и 7 и 8. Девочки, пожалуйста, давайте не будем делать по-пенсионерски, бабушки. Знаешь, мы сделаем потом. Ну, то есть не напрягать, сильно давим в пол, чтобы вот эффект был, прямо, знаете, вот ножка, оп, и сильно, раз, и сильно, пошли все вместе, каждый шаг, и прямо в пол, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. То есть меня приготовились, первая восьмерка, семь и стали восемь. Семь и восемь. Значит, внимание. Итак, все вместе. И давим в пол. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Без меня приготовились. Смотрю на вас. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо, девочки, только в пол все равно. Прямо вот, прямо давить в пол, прямо давить в пол, прямо давить. Еще раз давим и вторую восьмерочку делаем. И раз, и два, три, и четыре. Кресло, пять, и шесть, и семь, и восемь. Теперь идет мамба. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Да. Вы тут могу как бы подтягивать или что? Ну, спасибо, что заметили за это. Смотрите, здесь просто раз. Мы тянем ее, тянем. И здесь переступание. Раз и два. Все вот в тонусе. Оп, и два. Раз. Бабушки-завюшки. Раз и два. Три и четыре. Чисто по-пенсионерски. А нам нужно станцевать. И раз, и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Да. Итак, с самого начала и пойдем вторую восьмерку. И раз, и два. Три и четыре, пять и шесть, и семь, и восемь. Раз и два, три и четыре. Теперь наступаем на левую ногу. Пять и шесть. На левую ногу. Вот еще раз давайте. Ставим на правую ногу, вторая восьмерка. И раз и два, мамба назад. Три
и 4. Теперь наступаем на эту ножку, на левую. Переступили на правую и сделали кросс небольшой. На левую руку ставим. А можно, когда наступаем на левую, ее в кросс не надо, просто наступаем и поворачиваем? Нет. В кросс немножко. Вот мы в кросс. А, в кросс, ага, все понятно. Да. И на правой стоим, с левой. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. А это вторая восьмерка. Сейчас, девочки, спокойно все разберем, все спокойно разберем. Да. Я понимаю, что всем непонятно. Все, пошли, мама. И раз, и два, три, и четыре. На левую. Вправо поворот и кросс. Теперь на правую ставим ногу, на правую и влево поворот и ставим. Кросс, все на левую. Давайте разбираем туда, сколько поворачиваемся. Пошли с левой мамба. И раз, и два, три, и четыре. Поворачиваемся на 180 вправо. Пять, и шесть. А теперь влево поворачиваемся на 360 градусов, чтобы жизнь Марина не казалась. 7 и 8. Сейчас не получилось. Еще раз. Сейчас. Пошли вторую восьмерку еще раз. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. 7-8. Сейчас, еще раз. Не получается сейчас. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, 7 и 8. Должны встать вот так. Еще раз. 7 и 8. Сейчас. Вспомним. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, восемь, и раз. А, это раз, что ли? Или восемь? А, я не знаю. На правую должны встать. На правую. Сейчас. Пошли все вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и сейчас правильно. На правую выйдет. Не крест-накрест. Нет, да, в сторону, да, точно. Не крест-накрест. В сторону, все. Все, мышцы, девочки, мышечная память вспомнили, поэтому я на лучик не беру. Да, пока. Пошли все вместе. Кстати, Татьяна Ивановна, у вас же много работы, да? Пойдем пока. Поток идет. Пошли все вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, восемь, и раз. А почему вы восемь не раз? Семь и восемь вы едите? Сейчас, семь, восемь. 7 и 8. Сейчас, да, давайте еще раз. Ну, сейчас, по ногам правильно, все, поехали. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Да, вот супер, 7 и 8, да, все, сейчас правильно. Стоим по правой? На правой, стоим в конце, да, еще раз пошли. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, 7 и 8. Молодцы, супер, еще раз. Вторая восьмерка, стоим, девочки. На правой сразу давим в пол. И пошли на амба. С бедром, раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, 7 и 8. Вот сейчас четко, правильно. Так, девочки, только давайте так. Вот здесь у меня не двигается ничего, а это неправильно, а бедро нужно двигать. Встать нужно не напрямую, а это латино, да, самбо. Все вместе еще раз, бедро все время работает. Еще раз, то есть мы должны не напрямую работать? Нет, не напрямую, но бедро должно быть. Не вот так вот бедро должно быть, это европейские танцы. Еще раз, пошли все вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и 8. Четко. Еще раз вместе со мной. Вот сейчас все, еще и движение правильное. Поехали. И раз, и два,
три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Девочки, сразу поворот точку. Как только поворачиваетесь, глазами сразу зацепились. Выше линии горизонта. Поехали все вместе. На правой стоим. Пошли. Пошли. И раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Давайте я на вас посмотрю, приготовились. Вторая разминка, стоим на правой ноге. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Девочки, вот. Галина, я сказал, здесь бедро. На 5 сел на бедро. А везде-то на повороте тоже бедро, везде, на каждый шаг бедро работает, бедро на каждый шаг работает. Если у меня не работает, на меня тогда не смотрите вообще. Мальчика я вам дам, который вообще. Ну вообще все работает. Пластика просто да, вообще. Так, просто. А лет ему сколько? А? Лет ему сколько? Молодой мальчик. Я с ней позвоню, мне как жена, а сколько лет? Я с ней позвоню, спрошу у него, сколько лет? Да, непременно, поехали. Да, на чисто поменяться, спрошу. Поехали все вместе, на правой стоим и раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь взгляд. Молодцы, соединяем первую и вторую восьмерку. Сейчас, Марина, вот, были возьмем. Меня просто научили, как это делать. Да, конечно, просто научили. Да, все время болтаем. Пошли все вместе с первой восьмерки. И раз, и два, три, и четыре кресла. Пять, и шесть, и вниз, семь, и встали восемь. Раз бедро, и два бедро. Три, и четыре бедро. Пять, и шесть, семь, и восемь. Без меня, первая, вторая, восьмерка, кружим. Ставим пол, бедро на каждый шаг. Работает, девочки, работает. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Пять и шесть, семь и восемь. Раз и два. Так, еще раз, подмутка готовилась. Первая, вторая, восьмерка, готовы. И раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь, раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Еще раз, сначала, все вместе, и раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Ага, еще раз. И потом сами пойдете, поехали. И раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь. Татьяна Ивановна, семь и восемь. Ну вы спрашивали, да? Здесь немножко вниз. Семь и встать восемь. Прямо вниз и встали. Вот так мы хотели. Как и вниз и встали. С самого начала еще раз. Готовы? И. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть и семь и восемь. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Молодцы, без меня. Сейчас две осмерки первые. Это уже полканца. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть и семь и восемь. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Отлично. Алла, будем внимательны, мама, нужно было сделать еще раз, все вместе со мной. Поехали. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, и два,
три и четыре на левую, пять и шесть, семь и восемь. Вот давайте вторую восьмерку. Большой шаг вот здесь не нужно делать. Пошли. Пять. Раз. Раз и два. Три и четыре. Вот здесь. Пять и. Галина. Шесть. Совсем маленький шаг. Далеко ставить. Ну. Там темп достаточно быстрый. Ну. Короче, вот так не успеете. Маленький шаг, аккуратный. Пошли еще раз. Вторая восьмерка. И. Раз и два. Три и четыре компакта, пять и компакта ножки поставили, и семь и восемь. Две восьмерки без меня, все, первая, вторая. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, и семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть. 7 и 8. Хорошо. Девочки, значит, смотрите на повороте. 3. Так. Раз и два. Раз и два. 3 и 4. 5 и. Кто наклоняет корпус? Все. В разнос понесло. На повороте. А потом на 360 вообще унесет туда. Поэтому корпус четко держим. И еще, девочки. Анна, это многих касается, не надо так делать. То есть вот у нас руки, вот мы делаем. А корпус, ось прямая, видите, прямая. Ни в коем случае не так, не ломайте, девочки, корпус. Все вместе пошли. И раз, вот Анна, и сломала. Вот смотрите, вот параллельно, смотрите, раз, и давайте руки поставим, чтобы только это движение делаем, чтобы параллельно, раз, и два, три, Анна, не надо, вот еще раз, параллельно руки пошли, и раз, и два, три, Татьяна Ивановна, вот смотрите в зеркало и все равно вот так наклоняете, ну не так сильно, но все равно, линию не ломать, еще раз пошли, стряхнули руки, и раз, и два, три, и четыре, раз, и два, три, расслабили руки. Первые две восьмерки, сами приготовились. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Пять и шесть, и семь и восемь. Раз и два, три и четыре. Пять и шесть, семь и восемь. Молодцы, девочки. Стали туда восемь. На восемь стали. Встали, продолжаем, вторую часть, 8, кросс, раз, и два, и три, и четыре, и еще раз. А, образа, да, этот, как он называется? 8, и раз, и два, хич. Ага. И раз, и два. Хич. Ну как повезло. Да. Пусть поворота нужно. И кросс. И теперь кросс сюда вперед. И встать. Диагональ или прям повернуть? Да, диагональ. И кросс. Раз, и два. И три, и хич. Пять, и шесть, и семь, и восемь. Вот вся кривая сторона. Там сейчас. Думаете, только вас не будет? Сейчас, видите, у нас тут делать. Еще раз. Ставим восемь. На бедре ставим восемь. Кросс. Кросс. Подходим на пункт. И хич. Хич. И два раза кросс. И ставим на жирку. Или подсчет. Раз и два. Хич. И. Пять.
раз, и встали на левую. Вообще, давайте попробуем, что потом еще. 8. Раз, и 2. И 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Встали на левую. Теперь, девочки, попробуем хич сделать. Когда делаем хич, поджимаем, поджимаем, короче, нужно вот все, вот это вот, я не знаю, куда оно встает. Авторитет свой куда девать, мы не можем... Скажите, а вы на спину сгибаетесь, что ли, или нет? Нет. Я потом не подавлюсь, нет. Ну, да, все втягиваем, просто... А, просто втянуть? А если вы... Прилипись, позвоночник. Да, прилип, да. Кому-то это легко, а кому-то без авторитета вообще невозможно. Я про себя. И... Раз. Нет, нет. Да, восемь. Восемь. А раз, и два, и... И 4, оп, 5, и 6, и 7, и 8. Еще раз. Хорошо, ты заходишь. На левой стороне. Еще раз. И 8. 8. А раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Это нормально. Восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Владимир Филиппович, я не пойму, вы один раз, раз сюда, раз, а иногда два раза. Нет, на перевод, на хорошо, поехали, извините. И направление какое? Скажите, четко по сторонам или диагональ какая? Серёжа, рисунок показываю. По диагонали, пошли. И раз, и сюда, и два, и три, и четыре, и пять, и два раза, шесть, и семь, и восемь. Еще раз. Здесь получается мы идем вот так, один раз, а здесь раз, идем только да. Вот так, да? Да. Только вперед. Да, да. Сейчас упражняем. Еще раз. Восемь. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Я вернусь. Еще раз. Да, и восемь. А раз, и два. И 5, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Еще раз. 8. А раз, и 2, и 5, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Последний раз обрывайся, даже сами. И 8. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Петля приготовили. Ставим на правую ногу. Пять, шесть, семь, восемь. А раз, и два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Только, Галина, здесь смотрите, здесь нет... вот этого в любом случае нет, это только на лечке делать. Вот посмотрите сейчас, за макушкой. Восемь. А раз, и два, и три. Восемь. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Все на одной линии. Еще раз вместе. Как только на лечке делают, посудили, если так говорят. Восемь. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И ты соединяем с первой восьмерки, пошли, все три восьмерки. Все вместе пошли. И раз, так, стоп, Анна, не ломайте корпус, не ломайте, корпус прямой. Пошли, и раз, и два. Три и четыре кресла. Пять и шесть и семь и восемь. Мама, раз и два. Три и четыре, 180. Пять, шесть,
7 и 8, раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. А теперь ты возьмете без меня, приготовились. Смотрю на вас. 5, 6, 7, 8. А раз, и 2, 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8. А раз, и 2, 3, и 4, 5, и 6, 7, и 8. А раз, и 2, и 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8. Почти, да, почти. Последний раз. И пойдем дальше. Пойдем дальше, следующий раз. Туда 500. С первой возьмете, поехали. Корпус не ломаем. 5, тихо, тихо. 5, 6, 7, 8. Раз и 2. 3 и 4 кресла. 5 и 6 и 7 и 8. Раз и 2. 3 и 4 вправо. 6, влево. 7 и 8. Раз и 2. И 3 и 4. И 5 и 6 и 7 и 8. Отлично. Так, стали. 8. 8. Четвертая возьмёрка. Это 3 возьмёрки. Так, еще раз с самого начала считаем возьмёрки. До голове положилось. Это важно. Поехали. И. Раз, и 2. 3, и 4. 5, и 6, и 7. И первая возьмёрка. Раз, и 2. 3, и 4. 5, и 6. 7 и 8. Третья восьмерка. Раз и 2. И 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 3 восьмерка. Четвертая восьмерка. Лок-степ. Мы здесь на диагонали остались. Да, диагонали. Итак, диагонали идем. Раз и 2. 3 и 4. Все вместе прошли. Подождите, один раз диагональ локсеп, а другой конкретно. Прямая. Диагональ сюда пошли. И раз, и два. Диагональ есть? Здесь какую, я думаю. Здесь какую, да, какую. Пошли, еще раз, диагональ. И раз, и какую. Три, и четыре. Пять, и шесть, семь, и восемь. Все, четвертая вообще. Хорошо, медленно, медленно, все, хорошо, медленно. Нет, ну вообще от команды это хорошо, вот, мне нравится, я так запоминаю этот танец, потом это вперед-назад, потом по шагу, а потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пятнадцать, да? Вот так, и готовлюсь. Ну, иногда смешно. Справа пошли, и, вот так, раз, и два, три, и четыре, теперь влево. Да, еще раз пошли, девочки. И справа. Раз, и два, и три, и четыре. Теперь влево поворачиваемся. Пять, и шесть, и вправо. Семь, и восемь. И ставим на ногу. Еще раз пошли. Четвертая возможность. И раз, и два, три, и четыре. Влево. Пять, и шесть. 7 и 8. Еще раз. Поехали. Справа. И раз, и два. 3, и 4. Влево. 5 и 6. 7 и 8. Просто. И ставлю на левую ногу. Отлично. Можно разделить? На две стороны только получается. Девочки, не делайте, я обучил. Посмотрите. Медленно. Раз, и два. И 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Еще раз. Раз и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Все вместе должны медленно. Пошли. Раз и 2. 3 и 4, 5 и 6, и 7 и 8. А мы из И говорили 6. Сейчас. Поехали. И. 1 и 2, 3 и
4, 5, 6, 7 и 8. На левую руку поставим. Поехали все вместе. И раз, и два, три, и четыре, лево, пять, и шесть, ставим, а теперь вправо, семь, и восемь. Еще раз, мы сначала влево идем, а потом вправо, и должны остаться сюда. Еще раз, и вместе, туда поворачиваемся, разбираемся, еще раз, и раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть. Теперь левой ногой двигаем и поворачиваемся вправо. 7 и 8. Еще раз давайте. Пошли в диагональ. И. Раз и два. 3 и 4. Лево. 5 и 6. Лево. 7. Нет. Делаем шаг, смотрите. 7 ножки вместе. И 8. Ну давайте еще раз медленно пошли, чтобы все получилось. И раз, и два, три, и четыре, влево, пять, и шесть, стали на правую руку. Теперь шагаем на левую, повернулись, ногу подтянулись, так, в сторону, восемь. Еще раз, заметьте, пошли. И раз, и два, три, и четыре, влево. 5 и 6 левыми, 7, нет. Вот шагайте, слева впереди, пошли слева. 7 и на левой повернулись, на левой повернулись. 7 и 8. Еще раз, на левой повернулись. Нет, на левой шагаем, на левой ставим вправо, пошли. На левой ногой. 7 и повернулись на левой. И 8. Здесь еще раз пошли четвертую восьмерку. Все вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Сначала влево, потом вправо поворачиваемся. Еще раз. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, вправо, семь, и восемь. Ну давайте еще раз этот поворот. Шаг делаем. 7. Повернулись. Ногу потянули. И 8. Вот еще раз. Пошли, пошли. На левой шаги. 7. Повернулись на левой. И 8. Только кросс. Да. Да, до свидания. Спасибо, что пришли. Приготовились еще раз все вместе. Кросс. Пошли. И раз. И два. 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, да. Вот сейчас правильно, чуть аккуратнее не вставьте, а так схему правильно. Пошли в пи. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Теперь я на вас смотрю, четвертый раз много, приготовимся вместе. 5, 6, 7, 8. Раз и два, 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Ну, сортира очень молодец, да? Как запоминаете? Вот я вот все удивляюсь, поражаюсь. Вам красивее, я запоминаю, это я на 5 минут, я вышла, я забыла. Вчера по 5 минут отходила. Нормально, все хорошо. Теперь забиваем дистанцию. Давайте последние две восьмерки соберем, они пошли на снег. Хорошо. Две восьмерки. Хорошо. Надо, чтобы состыковать. Ставим на правую ногу. 8. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Раз. И два. Три. И четыре. Пять. И шесть. И семь. И восемь. И еще раз, третий, четвертый раз. Ставим на правую. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Повторяем. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Все, поехали, девочки, собираем. Туда лицо.
А ты встанешь на одну стену и танцуем на другую. Все вместе поехали. И... Я извиняюсь, 5, 6, 7. Раз, и два, на миловом руку, три, и четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, три, и четыре, на левой. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре, и 5, 6, 7, 8. Раз, и два, три, и четыре, 5, 6, 7, 8. Это рестарт. Это рестарт. Там просто рестарты есть. Итак. Снова раз. Ну, все логично начинаем. И снова начинаем. Снова. Итак, без меня 4 восьмерки туда лицом, я на вас подумал. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. И 5, 6, 7. И вот стоит. Раз и два. 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Раз и два, три и четыре, 5, 6, 7, 8. Раз и два, 3 и 4, 5, 6, 8. И раз, два. Почему 8 и раз? Да почему? Вот один. Еще раз я напишу тему с самого начала. Сейчас мы будем поехали, Селезни. И раз. И два, три, и четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, и два, три, и четыре, 5, 6, 8. И раз. Потому что у меня в голове, какую стену вам показать. Еще раз. Раз и два, три и четыре, 5, 6, 7, 8. Раз и два, 3 и 4, 5, 6, 7, 8. Раз и два, и 3 и 4, и 5, 6, 7. И вот степ какую. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, понятно? Первый раз справа, второй слева, да? Пошли, лобстеп, все. Вот, болтать. И раз, и два, влево поехали. 3 и 4, теперь куда? Влево, да? Влево. Да, наверное, 5, 6, 7, 8. Раз, 7, 8, 2, второй раз справа. 3 и 4, да, влево, 5 и 6. 7 и 8. Да, точно. Локстеп, пошли сюда. Не сразу же первый. А? Это же диагональ. Диагональ. Уже не стул. А вот стул. Да, стул, да. И. Точно. Раз и два. Теперь какую? 3 и 4. Влево. 5 и 6, 7 и 8. И начинаем все сначала. Еще раз. Локстеп. Пошли. А давайте сначала. Давайте сначала. На ту стену сначала. На эту стену все. Сначала девочки, все, поехали. И раз, и два, 3 и 4, 5 и 6 и 7 и 8. Раз, и два, 3 и 4, 5 и 6 7 и 8. Вот туда. Сразу даже не сюда повернулись, вправо пошли. Сюда повернулись. Запутался, да. И раз, и два, 3 и 4, 5 и 6 и 7 и 8. Раз, и два, 3 и 4, 5. И 306.
60, 7 и 8. И раз, и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. А раз, и два, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Диагональ. Раз, и два. Как бы 3 и 4 влево, 5 и 6 вправо, 7 и 8 должны сдать на левую ногу. Еще раз к этой стене не успеют. Я буду ударом. Да. Бегинер это так ругаешь, начинай вам дуба, а потом сунется, так слышу. Поехали. И раз, и два, 3 и 4. 5 и 6 и 7 и 8. А раз и 2. 3 и 4 вправо. 5 и 6 влево. 7 и 8. Пошли. Раз и 2. И 3 и 4. И 5 и 6 и 7 и 8. Локстеп. Раз и 2. 3 и 4 влево. 5 и 6 вправо, 7 и 8. Давайте так, с третьей восьмерки на эту стену, да? А мы не сразу как? Пошли все вместе. И стоп. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Еще раз. Стали восемь, туда лицом стали восемь. Давайте восемь. Это после второй? Да, это третья восьмая. Это после второй, которая третья. Хвост назад, и раз, и вперед. Два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и диагональ. Еще раз. Ничего не получается лишнего. Пошли. Восемь, и раз, и два, хич, и три, и четыре, хич, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Еще раз. Стоим восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Лично. Так, еще раз. Стоим восемь. Все вместе. Восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь налево. Да, еще раз. Восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и локстеп. Раз, и два, три, и четыре влево, пять, и шесть вправо, семь, и восемь. А теперь, девочки, там идет на одну стену, а на вторую идет пристав 16 часов. На третий раз, да? Да. Короче, станцевали туда, танцуем на эту стену второй раз, 16 часов, и начинается рецепт. А, сразу? Уже во второй стене? Да, сразу. Я со второй стороны? Первый старт, на второй стене. После второй стены, 16. Не больше. На, там, на. Хорошо. Станцевали сюда, станцевали туда. Нет. Да, с самого начала ставим сюда. Пошли с самого начала. И рецепт на вторую стену. Танцуем, чтобы не было вопросов. И... Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, и два, три, и четыре, право, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, ставим еще раз, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. 6, и 7, и 8, локстеп. Раз, и 2, 3, и 4, 5, и 6, 7, и сначала 16 часов. Раз, и
два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Первая строка, вторая. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре. Подождите, подождите, а мы не на правую руку раз приземляемся и опять справа? Нет? После второй. Давайте еще раз вторую сделаем. Ну да, хорошо. 16 часов. Первый. Смотрим. Пошли. И. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть и семь и восемь. Мама. Раз и два. Три и четыре, вправо, пять и шесть, влево, семь и восемь. Раз, два, подождите, три подождите. И четыре. На восемь мы пришли, уже встали. На восемь. И стоим раз. Да, стоим раз. Стоим все раз. Все еще раз туда. Туда лицом, как делаем места. Пошли, 16 часов. И раз, и два, три и четыре, пять и шесть и семь и мама. Раз и два, три и вправо, пять и шесть и влево, семь и восемь. Раз. И два, да? Смотрите, ну на раз мы делаем колено. Колено. Не просто вес стоим, держим. Колено. Раз, раз, два, три и четыре. Вот все вместе пошли. Восемь раз. Колено. Колено на раз, два, три и четыре. Еще раз. Восемь раз колено. На сколько? Или на низа. Раз. Где? У меня нормально нога. У меня тоже нормально нога. Поэтому, девочки, еще раз смотрите. Коленочки сюда стремятся, да? Ну, то есть, вот не так, да? Вот сюда стремятся, сюда, внутрь стремятся. Пошли все вместе. Восемь, раз. Вот смотрите, раз, коленочки, видите? Да, 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 да. Раз, два, три и четыре. И начинаем. Раз и два, три и четыре. Это по колонии, наверное, один кусочек. А? Да. Сейчас, вот только какой кусочек, да, 4 счета всего. Туда лицо, с рестарта начинаем, и в третью станцуем, и пойдем пропустим. Поехали. И. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, и два, три, и вправо, пять, и шесть, влево, семь, и восемь. Раз, два, три и четыре, раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь, раз и два, три и четыре, вправо, пять и шесть, семь и восемь, раз и два, и три и четыре, и пять и шесть и семь и восемь, вот так, раз и два, как ну, три и влево. Пять и шесть, и вправо, семь и восемь. Начинаешь сначала. Все, вот этот кусок, там все бабусы. Приготовились. А может быстро? Можно самбо обычное. Самбо обычное, девочки. There's a girl from Brazil. She was born to move her hips, can't keep her feet still, always looking for attention. She uses her eyes to turn a small flame into a fire. She's a girl from a town when nobody knows your name, when nobody's found, and no one ever sees the bright lights. Now where she spends every night, she danced her way to a better life. I gotta leave 'cause it's a bad thing.
Поехали все вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Лобстер. Три и четыре влево, пять и шесть, семь, 16 часов. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, и семь, и восемь. Раз и два, три и четыре, вправо, пять и шесть, семь и восемь. Колено, раз, два, три и четыре. И сначала раз и два, три и четыре, пять и шесть, и семь, и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз и два, три и влево, пять и шесть вправо, семь, и все сначала. There's a girl from Brazil. She was born to move her hips and keep her feet still. Always looking for attention. She uses her eyes to turn a small flame into a fire. She's a girl from a town where nobody knows her name, where nobody's found, and no one ever sees the bright lights now. Where she spends every night, she danced to a witch with a better life. I gotta leave, cause it's a bad thing. She better make me do the things that she wanna do. Life that is hard to resist. She really